Знаете, вот если вернуться на секундочку, проехал с гитарой просто пол Европы, как бродячий, ну, грубо говоря. Здорово. Любил путешествовать, теперь пел свои песни, здорово, они писались. Поэтому 13-я струна – это голос, который, соответственно, передает все эмоции. Не расскажет осень свой продуманный бред, а потом попросит спой, а голоса нет. По промокшим крышам, сам себя не слыша, я иду, словно дождь. Все давно известно, значит, пел я песни зря, и все это ложь. Голос мой тринадцатой струной сладом спорил и не строил, но зато нас было двое. Голос мой тринадцатой струной оборвался, и не слышен, только небо тихо дышит, только небо тихо дышит и зовет меня за собой. У меня в кармане есть на небо билет. Есть билет на поезд тот, которого нет. Я не стану спорить, счастье или горе, ты придумай сама. Скоро все остудит нас с тобой, рассудит зима. Голос мой тринадцатой струной с ладом спорил и не строил, но зато нас было двое. Голос мой тринадцатой струной оборвался и не слышен, только небо тихо дышит, только небо тихо дышит и зовет меня за собой. На ладони твоей моя судьба заблудилась, заблудилась. Я любил тебя, ты сама себя. Не случилось, не случилось. Голос мой тринадцатой струной. Казалось бы, вот только что появилась новая пластинка, 43-я ступень, а я все-таки сегодня пораспрашиваю автора-исполнителя, а что же в планах? Такой традиционный вопрос, который не любит большинство артистов, но я думаю, что у творческого человека всегда есть что на это ответить. Огромный тур по России и дальнем зарубежье с лайв-программой, с бэками, ну без подтанцовок, подтанцовки нам не нужны все-таки, не нужно отвлекать внимание зрителей танцами, потому что...